у этих собак обеденный перерыв. Гау-гау! Они охраняют охранников. Ладно, не будем им мешать. Сейчас начнут гавкать, но гавкать они не собираются. Ваше внимание на эти хитрые глаза. Сейчас она подтягивается. Здоровается. Сегодня ее наказали. Не буду говорить за что. Это секретная информация. Но самое главное, что это очень умная собака. Красивая, добрая, ответственная. Я иду ее поглажу. Вы позволите? Сейчас она будет лапу давать. Давай лапу. Ну, хитрущая. Это сама хитрость. Ну, давай лапу, давай лапу. На. Здравствуйте. Эти собаки пользуются интернетом. В данный момент времени они настраивают Wi-Fi. Нет, они вначале соображают на троих. Дрова охраняют собаку. Вернее, собака охраняет дрова. Ну, не будем ей мешать. Это называется любовь к жизни. Вот как надо радоваться жизни. Ой, какая хорошая, хорошая. Хав-хав-хав-хав-хав. Ну все, хорош, хорош. Ну, косточек у меня нету. Нет у меня косточек. В следующий раз тебе принесу косточки. Давай еще раз. Жик-жик-жик-жик-жик-жик-жик. Быстро-быстро-быстро-быстро-быстро-быстро. Все. Тебя как зовут? Наверное, да. Алиса. Да, да. Алиса. Так у них еще какой-то. Пропуск. Да и нету, его на пропуске даже. И дом бы так. Так как, а это что? Короче, пропуск не дают, до свидания. Сейчас будет установлен новый мировой рекорд поедания косточек. Две бабочки и две косточки. Время пошло. Начальный отсчет. 19 секунд. Формулу колеса меняют за 5 минут. А этот молодой пес кости съедает за 20 секунд. Причем обратите внимание, на бабочки пластмассовые он не обратил внимания. И миску его нельзя сейчас брать. Смотрите. Понятно? Поэтому не суйте ему пальцы, откусит с потрохами. Ну ладно, приятного аппетита. Мировой рекорд установлен. Спасибо. Здравствуй, пес. Колбасы у меня нету. Тебя как зовут? Дай лапу. Друг, дай лапу. О, ты это тот еще. Дыр-дыр-дыр. Ну ладно, ладно. Косточки в следующий раз принесу. А ну, всем дай. Вашему вниманию предоставлен не пломбир мороженое, а колбаса со свининой. Боже мой, какая у него чувствительность. Сейчас мы проверим, насколько эта колбаса соответствует тем параметрам, которые даже в бумагу есть. Боже мой. На. Чудо. Блин, проглотил, как будто бы ее и не было. Этот молодой зверь может съесть большую кастрюлю и 100 мин наложить, что мало не покажется. А почему он мины ложит? Потому что он помогает той стране, в которой он живет. Видите, он настолько меня понимает, что даже машет хвостом. Мины он ложит регулярно, хозяева не успевают их убирать. Потому что заминировавший двор, он надеется, что его опять покормят. Я правильно говорю? Наташа,
вас в Америке діла позерить, а вона з таким телефоном не буде видіти. Це Деркашка Наташа принесла. Міни ложиш, молодой Авгал? Ти міни ложиш? Але там маєш, блядь, де попало? Там. Ну, міни ми знімати не будемо. Наложено ограничення на взривчаті вещества. Но запах... Демо курить сигарети. Даем? Демо курить сигарет? Демо, у тебя есть зажигалка? Демо не имеет зажигалки? А ну, давай, помогай. Я? Вставай, ну. Дай ей, дай сигарету Демо. Демо, на. Ой, у Демо нога болит. Ты молодый, но... А вот это молодые люди, которые собаку научили курить. Собака не только не курит, у нее еще и нога болит. Добрый вечер. У этой собаки нету ноги. Знаете почему? Когда нога болела, он ее отгрыз. Я не могу к нему подойти, потому что пес очень агрессивный. Ну, реально, это просто... Это вам не Мересьев. Нога болела, он ее отгрыз. Видно? И глаз у него один такой. Боюсь подходить, может укусить. Ну, голодный, потому что. Ну, ладно.